проректор по инженерной деятельности Наиль Кашапов и профессор Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Макарим Нафиков встретились с представителями сферы сельского хозяйства Чистопольского района. Участниками встречи обсуждались вопросы биологизации земледелия. Биологизация – это использование природных методов для выращивания растений. Так, например, донник выделяет в почву азот, который является природным удобрением для культурных растений. И сельское хозяйство теперь уже высокотехнологичное, и для этого как раз нужно готовить и как инженерные кадры, и применять уже все более новые современные технологии, начиная от цифровых технологий, и, соответственно, конечно, очень важно именно сами вот биологизация почвы и растений, и плюс чем еще вот это к инженерии близко. Тут уже непосредственно получение готовой продукции. Возможности для сотрудничества довольно широки. Помимо подготовки специалистов, в работе можно применить и научные наработки университета. Артем Тупичкин, Лев Халиуллин, Универньюз.